Что у нас здесь хорошего? А у нас здесь хороший голубиный помет. У нас здесь... Леха маневрирует так мимо этих кучек. А еще одна. Снимаешь? Я забыл про еще одну комнату. Здравствуйте, мои уважаемые ценители красоты и комфорта. С вами снова я, Женя Прохоров. Это значит, вы на канале Прохоров про лайф. Он о жизни, недвижимости и развлечениях на Северном Кипре. В последнее время мне поступает очень много запросов на готовые виллы в бюджете до 400 тысяч фунтов. Сегодня я возьму вас на тур по 5 потрясающим виллам на Северном Кипре, каждая из которых может стать вашим раем на земле. Ну что, заинтриговал? Тогда погнали! Друзья, и начинаем мы наш тур по 5 виллам с прекрасной виллы в комплексе Sea Pearl. Данный комплекс расположен в 1 минуте от ресторана Питек, в 1 минуте от Средиземного моря и всего лишь там в 5 минутах от пляжа. Комплекс построен в средиземноморском стиле. Данная вилла, в которую мы сейчас с вами пойдем, общей площадью 170 квадратных метров и стоит она всего лишь 320 тысяч фунтов. Готовы ее посмотреть? Тогда погнали! Вот, в общем, встречаем нас кухня-гостиная просторная. Все шкафы, все это уже входит в стоимость. Вам останется только докупить технику, мебель, тарелочки, вилочки, ложечки и тапочки. Все, и вилла готова к проживанию, друзья. Посмотрите, здесь у нас кухня. И, как я люблю, есть выход на задний двор. Давайте сразу туда выйдем и посмотрим. Друзья, обратите внимание, какая большая здесь и терраса, и какой большой земельный участок. Все-таки достаточно большой для того, чтобы поставить сюда либо бассейн, либо просто сделать игровую площадку, либо засыпать его гравием. Здесь очень интересная планировка. Сразу идет у нас лестница, и перед лестницей большой санузел. Сколько меня здесь влезет? Сколько слонов? 4 слона. На втором этаже у нас 3 спальни. С этой спальни у нас выход на лоджию. Вот, посмотрите, какой у нас большой участок. Посмотри, как сделали вон, типа прудик, еще что-то, ландшафтный дизайн такой интересный. Здесь у нас тоже санузел еще один. Еще у нас здесь комната одна. Не маленькая комната, она около 16 метров, достаточно большая. Шкафы здесь экстра, то есть их добавляли. Так, еще у нас остается комната. Пойдемте покажу. Ну, судя то, что здесь шкаф самый большой, наверное, это будет хозяйская комната. И либо здесь можно как раз, у кого двое детей, чтобы больше шкафов помещалось. Также есть терраса. Она на 2 комнаты. Вот у нас большая терраса здесь такая. У нас есть еще терраса. Пойдемте смотреть террасу. Очень классная терраса, и у нее прекрасный вид на море. Прекрасный вид на море и на весь этот средиземноморский комплекс, друзья. Очень круто. Очень удобно, что в данном комплексе есть большой бассейн, маленький бассейн и также детская игровая площадка. Друзья, наш следующий объект – это вилла, которая находится за моей спиной. Она находится в комплексе Ада Парк. Здесь всего 19 аналогичных вилл. Данный комплекс у нас находится в районе Енибазичи. То есть здесь дети могут ходить в школу буквально 5-7 минут пешком. Также здесь расположен госпиталь, вся необходимая инфраструктура, банки, ну и все-все-все-все прочее. Данная вилла площадью 250 квадратных метров, внутренняя площадь 160 квадратных метров и терраса на крыше 60 квадратных метров. Друзья, здесь, значит, у нас 2 машиноместа, но самое главное, что стоимость данной виллы у нас составляет 335 тысяч фунтов. Сюда включены все налоги, все подключения к коммуникациям, то есть просто 335 тысяч фунтов. Так, ну что, друзья, пойдемте вовнутрь, посмотрим, как же там постарался дизайн и что там такого есть хорошего и элегантного внутри. Пойдемте. Итак, прихожая у нас стандартная, как мы любим в наших российских городах. То есть вы заходите, сразу у вас здесь зона там кинуть ключи, еще что-то. Также здесь есть шкафы для переодевания. Все очень удобно. Далее, соответственно, у нас идет санузел.
И небольшой санузел. Так, ну здесь у нас королевская кухня-гостиная. Для любителей и ценителей роскоши, пожалуйста, друзья, все для вас. Все элементы дизайна, все дорогие люстры, этот огромный телевизор, кресла, позолоченные столы. Это все входит в стоимость. Здесь все оборудовано. Новый холодильник, вытяжка, газовая плита, духовой шкаф, посудомойка. Все уже здесь стоит, вам ничего не надо. То есть абсолютно, просто заходите и живете. Вся отделка делалась специалистами, работал здесь дизайн. Это не ремонт или там дизайн-пакет от застройщика, это именно эксклюзивный дизайн. А вы просто можете это все приобрести. Так, дальше, смотрите, на втором этаже у нас что? Стиральная машинка, сушильная машинка, стиральные порошки. Все подготовлено, все есть. Пожалуйста. Дальше, огромный санузел. Вот, смотрите, достаточно просторно для меня. Дальше проходим, у нас спальня. Мебель все высокого качества. Поверьте мне, надо сюда просто приезжать лично и смотреть, все щупать. Мало в каких комплексах или мало кто вообще продает в таком состоянии. Обратите внимание на люстры, обратите внимание на диваны, обивки диванов. Это все очень недешево. Кто занимался ремонтом, вы должны понимать, о чем я говорю, что все эти элементы, они достаточно недешевые. Сердце виллы, мастер-рум, комната для родителей. Вот она. Зайцы вообще, я в них влюбился. Я, наверное, попрошу их у продавцов, когда они будут продавать. Куплю их себе, наверное. Вообще классные, обалденные зайцы. Также обратите внимание на дизайн ламп, на дизайн диванов. Что все сочетается, все гармонирует. Шкафы у нас идут по углу. То есть очень удобно переодеться. Да, вот классно. Достаточно большой шкафчик. И, соответственно, душевая. Друзья, еще одна комната. Посмотрите, она тоже потрясающая. Она тоже хороших размеров. Ладно, погнали наверх. Здесь мы все посмотрели, изучили. Окей, гоним. Ой, друзья, как дышится-то хорошо. До моря здесь буквально 700-800 метров. И это факт. Тут дойти пешком вообще ерунда. Здесь, значит, у нас обустраивается зона барбекюшная. Также можно сделать тент, козырек, перголу и просто кайфовать и жить. И не забывайте, друзья, что помимо тех вилл, которые я рекламирую, у меня всегда есть виллы или появляются в режиме нон-стоп. Всегда звоните мне, спрашивайте, все контакты в описании. И кроме того, не забывайте переходить на мой сайт. Мой сайт называется cnc-cyprus.com. Там есть вся подробная информация о покупке или продаже недвижимости на Северном Кипре. Все акции, старты продаж, эксклюзивы, все там, переходите. Не стесняйтесь. Итак, друзья, мы с вами в комплексе Independent Life, застройщик Курцан Групп. Значит, в продаже представлены целых две виллы общей площадью 410 квадратных метров. Внутренняя площадь 310 квадратных метров. Данная вилла очень уникальна. Уникальна она тем, что она имеет целых 4 уровня. Да-да, я повторюсь, 4 уровня. То есть фактически это 4-этажная вилла. Ну что, готовы ее посмотреть? Когда пойдемте вовнутрь, я вам все покажу. При входе у нас, значит, есть здесь парковка. Хотя, вы знаете, парковками, ну, мало кто пользуется, если честно. Потому что, да, обратили внимание, все машины ставят вдоль. Но это надо заезжать, выезжать, либо ставить автоматические ворота. Но это уже на ваше усмотрение. Парковочное место есть, хотите его используйте, хотите не используйте. Хоть поставьте вагончик, и у вас будет вилла там 8 плюс 1. Пойдемте дальше. Значит, вход у нас в дом осуществляется сбоку, либо через гараж, если вы будете делать гараж. Посмотрите, у нас здесь огромный просто бассейн. Душ. О, все льется, все работает, все функционирует. Ключ. Представляете, вы так будете открывать свой дом. Что хочу сказать, значит, достаточно светлое, просторное, то есть мне даже в помещении приходится одевать очки. Вы видите, огромная кухня-гостиная. Материал вообще идеальнейший. Смотрите, здесь так все классно сфункционировано, здесь даже есть маленькие ящички для хранения. Здесь есть огромная терраса, тоже, которую можно использовать, да для чего угодно. Также все подсвечивается. Вы можете сюда зайти, кстати, еще отдельно. Смотрите, как все продумано. То есть отдельно подъехали и можете зайти сразу в кухню. Так вот раз. Удобно? Очень. Смотрите дальше. Пойдемте, я вам все покажу. Гостиная, здесь можно поставить столик, все прочее. Выход к бассейну, опять же. Зона для приготовления пищи. Тоже островок выведен. Классно.
Все сделано. Остается только купить технику и мебель, и она готова. Но, друзья, я вам напомню, что стоимость ее всего лишь 350 тысяч фунтов. Это очень низкая цена, очень низкая цена. Друзья, здесь же на этаже у нас есть один санузел. Вот, пожалуйста, тоже. Санузел, кстати, с душевой кабиной. Кстати, очень, ну, с душем, это очень удобно. Показываю вам спальни. А вы пока не переключайтесь, не переключайтесь. Эй, не переключайтесь. Смотрите, значит, здесь у нас общая тоже ванна. Достаточно все качественно сделано, вы знаете. За такую сумму, я бы даже сказал, это цена-качество. Качество выше, чем цена здесь. Мастер-рум. Вы представляете? Она очень большая. Она реально классная. Я что-то ее недооценивал. И у нее есть свой санузел. О, ну ты, господи, это... Не то, что санузел, здесь просто еще жить можно. Здесь кровать поставить, и будет еще одна комната, нет? Можно побегать, попрыгать. Мне кажется, можно даже... О, поджиматься здесь. Ну, почти. Почти. Короче, клевая ванна, большая, современная. У нее же еще есть небольшая терраска. Как говорится, лепота. Бассейн, ну, мне очень нравится. Дальше комнаты посмотрим. Две спальни. Достаточно теплая квартира. Получается, южная сторона, солнышко светит. И здесь у нас терраса на две комнаты. Еще одна терраса, понимаете? Здесь тоже можно спокойно поставить кресло-качалку, еще что-то. Еще одна комната. И она тоже не маленькая, друзья. Она тоже около 14 метров. Мне очень нравится, вообще классная. И до моря здесь всего 600 метров. Пойдемте посмотрим террасу. Друзья, вот вам еще один бонус. Это вид на Средиземное море с вашей террасы. До пляжа идти всего лишь 7 минут. Ладно, ладно, хорошо. Смотрим дальше. Еще один бонус, друзья. Это зона барбекю для вас. Все сделано, все. Здесь можно пожарить шашлычки, рыбку, все что угодно. Потрясающе. Ладно, у меня для вас еще одна фишечка в этой вилле. И я вам сейчас ее раскрою и покажу. Вы будете просто без ума. Так, ну что, готовы? Я покажу вам тайную комнату. Как вам такое? Смотрите, друзья, это настоящая хобби-комната. Одни здесь люди, короче, сделали типа для занятий йоги. Другой сделал тренажерный зал. Я бы здесь сделал домашний кинотеатр. Реально. И как бы игровую для детей. То есть вы детей вообще не будете слышать, они будут всегда здесь. То есть как гараж я бы лучше это не использовал. Смотрите еще. Я сейчас расскажу, что можно здесь сделать. А еще мы сейчас пройдемся и, возможно, покажем. То есть, смотрите, друзья, здесь можно поставить стекла, то есть окна. И можно даже, ну, дверь можно не ставить. Здесь можно просто застеклить. И, то есть, таким образом здесь всегда будет светло. Я думаю, что здесь нужно поставить какой-нибудь проектор, полотно, хорошую звуковую систему. Нажимаете кнопочку, закрываете жалюзи. Все закрываете и наслаждаетесь. И дети всегда здесь будут тусоваться в игровой, там, PlayStation, не PlayStation. Спустились с куколками, не с куколками. Здесь вообще круто. Что к старшему, допустим, к нам в гости кто-то пришел. И никто никому не мешает. Абсолютно. Я хочу купить эту виллу, а вы хотите? Вы хотите? Вот вы конкретно хотите? Тогда покупайте, друзья. Ну, всего лишь 350 тысяч фунтов. Реально, цена копейки, я вам серьезно говорю. Так, друзья, значит, напоминаю, площадь этой виллы 410 квадратных метров. Внутренняя площадь 310 квадратных метров. Она имеет 4 уровня и стоит всего лишь навсего 350 тысяч фунтов. Это вообще ничего за виллу своей мечты. Я вам отвечаю. Покупайте. Все, короче, у нас, значит, в продаже здесь две виллы. О, смотри, вот про что я говорил, где жилое помещение. И сделали окна. То есть люди уже реализовали это, видите? То есть так же делаешь, и все вообще по кайфу. Друзья, наш следующий лот, следующая вилла, это вилла, как ее называют, 5 плюс 2. Смотрите, значит, данная вилла находится в комплексе жилом Four Seasons Villas. Это застройщик Довеч, это уже о многом говорит. Значит, общая площадь виллы 250 квадратных метров и земля 6,5 соток. Значит, здесь у нас парковка на две машины с навесом. Очень много здесь вложено денег в обустройство, очень. Здесь отделены зоны, видите, растениями, то есть это уже выросшие растения, а им тоже нужно время. Потом, здесь у нас автополив находится, далее есть и розы, и какие-то плодоносящие, я так понимаю. В общем, вы можете все сюда, что хотите сделать, посадить. Оливковые деревья, пальмы, финики, все вырастет. Можно раскрыть, и здесь у вас будет
козыречек под солнцем, который будет вас спасать в знойные летние дни. Обратите внимание, у продавца есть маленькие дети, и он очень беспокоился, чтобы дети не бултыхнулись. Поэтому была сделана вот такая вот оборудованная защита. Здесь у них стоит газгольдер, система газового отопления дома. Мне что нравится, помимо того, что здесь газовое отопление, здесь есть теплые полы и здесь есть, внимание, камин, друзья. Я вам сейчас прям все покажу, не переключайтесь. Так, друзья, ну что, готовы посмотреть виллу общей площадью 250 квадратных метров и стоимостью 390 тысяч фунтов? Тогда погнали за мной. Посмотрите, какая большая входная дверь, входная группа. Да, друзья, посмотрите, пришли, как все удобно. Положили свои вещи, да, что у вас там, ключи, не ключи. Все, зашли. Здесь у нас можно раздеться, что-то еще вещи какие-то свои положить. И обратите внимание, какой здесь широкий проем, всего лишь две ступеньки, и вы уже в санузле. Комната хранения под лестницей с подсветкой. Посмотрите, это настоящая комната грязи, но чистая комната грязи. Классно. Так, значит, у нас получается здесь две зоны. У нас здесь гостиная, которая может быть, кстати, также закрыта и сделана комнатой, пятой комнатой. Всего здесь у нас 4 спальни наверху, и вот гостиная отдельная. Ее можно сделать отдельной комнатой. А с левой стороны у нас кухня-гостиная. Здесь есть телевизор, обеденная зона, такой кухонный островок, очень удобный, функциональный. Техника Samsung, микроволновая печь, духовой шкаф. Шкаф, почему духовым шкафом называют? Хрен его знает. Ну, короче, духовка. И кулер, встроенный кулер, представляете? Смотрите, как все сделано. Не знаю, под этот специально сделали или не под этот, но тоже говорит о том, что здесь большое внимание уделялось деталям. Далее у нас стоит холодильник большой, большой холодильник. Чистенький, практически новенький. Вода, посудомойка, Samsung тоже. Дальше у нас есть вторая кухня. Вот, ее называют второй кухней, но это, можно сказать, типа постирочная. Здесь же у нас пылесос, здесь у нас баки дополнительные с водой, с газом. Вот так она закрывается, все. А у нас здесь есть выход на террасу. Вот, то есть можно выйти. Так, идем дальше. Значит, здесь у нас отдельная гостиная. Для любителей фортепиано здесь у нас камин, настоящий действующий камин. Разжигаете здесь костерчик себе, пару поленцев кидаете, берете бутылочку вина, откупориваете ее, кидаете крышечку и наслаждаетесь огнем из вашего камина. Дальше смотрите, то есть у нас получается такой отдельный типа зал, да? Зал для релакса, для всего. Все в идеальном состоянии. Вид на бассейн, видите? Везде установлены москитные сетки. Пойдемте дальше, я покажу вам второй этаж. Да, здесь, видите, все сделано для безопасности детей. Но, в принципе, если вам это не нужно, это легко демонтируется, вопросов нет. Здесь достаточно широкие пролеты. Широкие, они пологие, то есть не резкие, вообще спокойные. Спокойно здесь прохожу. Также, как я люблю, здесь окно во всю стену, то есть здесь всегда будет светло, независимо от того, что... Но есть, кстати, дополнительные источники освещения. Так, у нас здесь детская, здесь у нас гардеробная и, соответственно, здесь у нас санузел. На самом деле это мастер-рум был, это не детская, это мастер-рум. Это использовалось как рабочий кабинет. Все так достаточно хорошего качества, мне очень нравится, классно. У нас еще один санузел, здесь две раковины сделаны, очень удобно. И большая душевая кабина. Далее у нас еще идет детская. Смотрите, как мило. Для вещей все, смотрите. Шкафы все функционируют, ничего не отваливается, ничего не перекошено, потому что все изготовлено из качественных материалов. Вот еще у нас осталась одна комната. Еще плюс у нее есть терраса. Друзья, мы находимся на нашем последнем объекте, на последней вилле, но, прошу прощения, поправочку, это не вилла, это бунгало. На Северном Кипре бунгало называются одноэтажные виллы. То есть все комнаты, спальни, салон, все находится на одном этаже. Это очень удобно, я себе, кстати, тоже такую же очень хочу. Значит, по поводу комплекса. Комплекс называется Forever Green, очередь номер один. Здесь у нас есть общий бассейн и несколько вот таких вот бунгало. Несколько бунгало и парочку вилл. Значит, достаточно приватный комплекс, все соседи друг друга знают, все общаются. Много русскоязычных. И, соответственно, сейчас здесь проводятся работы косметические, которые будут длиться еще около 2-3 недель. Через этот срок вы сможете уже сюда въехать и получать удовольствие от жизни на Средиземном море. Соответственно, у нас здесь есть парковочное место. Вот сразу вы заезжаете, можете парковаться. Хотя, вы знаете, многие ставят машины рядом с домом.
Далее у нас идет, получается, бассейн. Бассейн, и здесь такая небольшая мангальная зона. Такой частный бассейн. Для детей самое то. Вот, соответственно, вокруг дома у нас еще идет небольшой сад. Все высажено, пожалуйста, благорожено. Айдат или обслуживание в этом комплексе составляет 58 фунтов. Если у вас есть, а он у вас есть, данный бассейн, то данный бассейн будет стоить обслуживаться 100 фунтов в месяц. Управляющая компания предоставляет ту компанию, которая это делает. Ну, либо вы можете найти сами, либо можете сами его чистить. Поэтому как вам удобно. Площадь данного бунгало составляет 216 квадратных метров, а стоимость 399 тысяч 900 фунтов. Ну что, готовы его посмотреть? Тогда погнали. Друзья, вот у нас, значит, здесь такая входная группа. Здесь сразу при входе очень удобно. То, что ты зашел сразу, руки помыл. Здесь у нас туалет. Вот. И, соответственно, здесь у нас большой-большой шкаф. Да, даже вот еще у нас есть, смотрите. То есть зашел и переоделся сразу очень-очень функционально. Мы находимся в кухне-гостиной. Здесь у нас потрясающий огромный камин. Он действующий, рабочий. Большое панорамное окно с видом на сад. Тоже придает такой воздушности данному помещению. Отдельно сделана кухня. Сейчас здесь все это вмонтируют, все ставят. Все будет нормально, как положено. Вот. Поэтому, соответственно, здесь вот такая зона для приготовления. Здесь холодильничек. И, соответственно, там у вас будет телевизор. То есть можно и готовить, смотреть телевизор. Все спальни отделены. У нас дверью такой раздвижной, да? Вот, то есть все там, все отдельно. И пойдемте, я покажу. Прямо мы проходим, у нас первая спальня. Спальня такая небольшая, на метров 10-12. Огромные шкафы, очень функциональные. А значит, здесь у нас аналогичная комната, прям один в один. Санузел, второй санузел. Ну и, друзья, добро пожаловать в мастер-бедрум, в комнату родителей. Посмотрите, значит, сразу третий санузел. И вот посмотрите, какая достаточно просторная и, главное, светлая спальня. Эти пальмы вырастут, и будет просто красота. Отсюда также можно выйти и на террасу. Можно поставить какие-нибудь креслица, я не знаю, тут еще что-то. Вполне позволяет место. Друзья, у нас сегодня на обзоре только готовые виллы, но я не могу не сказать вам, что здесь есть Forever Green вторая очередь, вторая фаза, в которой у нас есть примерно похожие бунгало, они без бассейнов, но с террасами на крыше. Но с террасами на крышами от 300 тысяч фунтов. Поэтому, друзья, если вы смотрите видео и вас что-то заинтересовало, и вы думаете, что это уже продали или еще что-то, не стесняйтесь, пишите мне всегда, либо заходите на мой сайт cnc-cyprus.com, там есть вся подробная информация о покупке и продаже недвижимости. У меня всегда есть актуальные для вас и интересные объекты. Суть в чем, что всегда звоните и узнавайте, и говорите, что Жень, я хочу вот такое бунгало, я хочу такое. Если данное бунгало, которое я сегодня показывал, одна из этих вилл уже будет продана, не переживайте, я подыщу вам что-то другое, потому что постоянно мне звонят, постоянно мне выставляют объекты. Я даже не всегда успеваю эти объекты занести на сайт. Поэтому, друзья, пишите, не стесняйтесь, заходите на сайт, смотрите, мой WhatsApp у вас есть, я всегда открыт к общению 24/7. Северный Кипр предлагает великолепные возможности для жизни и инвестирования. Каждая из этих вилл является уникальной и может стать частью вашей истории. Если вы заинтересованы узнать больше, свяжитесь со мной уже сегодня. Не упустите свой шанс на жизнь в раю. А я, в свою очередь, не устану повторять, что жить у моря полезно и выгодно. Я Женя Прохоров, это канал Прохоров про лайф. Подписывайся, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если появились вопросы, задавай их в комментариях или звони. Все контакты в описании. Кроме того, у меня есть сайт cnc-cyprus.com. Там есть вся подробная информация о покупке и продаже недвижимости на Северном Кипре. Переходи. До новых встреч. Пока.